Здравствуйте, меня зовут Зундыл Ама. Вы смотрите «Гороскоп Зурхай» на ТВ «Воскресенье», 13 декабря, 29-й лунный день. День благоприятен для людей, родившихся в год дракона. День подходит для того, чтобы начинать лечение, покупать лекарственные сборы, дарить подарки, решать важные вопросы. Нежелательно сегодня устраиваться и нанимать на работу, покупать домашних животных, проводить поминальные обряды, отправляться в дорогу к увеличению материального достатка, стрижка волос к ухудшению самочувствия и к слабости. И помните, если вы по-настоящему любите себя, вы никогда не сможете причинить боль другому. Абсолютно безопасные. Стоят меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.